На этой территории массового захоронения будет сооружен мемориал жертвам сталинских репрессий апрель 1990 года. А сегодня у нас 27 ноября 2015 года. Харьков. В цій могилі 24 листопада 2005 року перепоховані останки 30 людей, жертв Голодомору 32-33 років. В цій могилі 24 ноября, да, листопад-ноябрь 2005 года перезахоронены останки 30 людей, жертв Голодомора 32-33 годов. Я даже не знал, что это такое знаковое место для Харькова. Тут в массовой могиле на весне 33-го года похованы дети, померли от голода. По-русски это будет тут в массовой могиле весной 33-го года похоронены дети, умершие от голода.